Давай расскажи, что. Парк или?
какое дело на полтиннике вылезти, блядь? Нет. Господа, позвольте еще.
Во сколько поступило сообщение о возгорании и от кого? Первое сообщение о пожаре поступило в 13 часов 10 минут от жильцов дома о том, что у них происходит загорание в чердаке. Первое пожарное подразделение прибыло через 5 минут. К этому времени с чердака шел дым. На месте пожара было сосредоточено 15 отделений на основных специальных автомобилях. Примерно через час 30 пожар был локализован. Можно ли говорить о человеческом факторе, то есть ли следы пребывания людей на чердаке? Нет, на момент прибытия подразделений чердак был закрыт. То есть человеческий фактор в этом нет, да? Человеческий фактор я не могу исключать. Причину пожара установит специально созданная комиссия. Пострадавшие есть? Пострадавшие нет. То есть кроме затопленных квартир больше никакого ущерба нет? Только пострадали квартиры в подъездах, пострадавших людей нет. И последний вопрос, оценка пожара, там, пятибалльная система. Нет, пожар, рядовой пожар, гранта не обновляется. А если рядовой, то почему так много машин пожарных? Много машин, потому что жилой дом, большое количество людей тут проживает. На случай необходимой эвакуации были вызваны дополнительные силы. Спасибо большое.